Привет, Golden Time. Привет, участники. Рад возможности поделиться с вами своими произведениями, которые помогают разобраться с самим собой, со своим внутренним миром. Всех нас на жизненном пути одолевают волнения, сомнения, иногда даже страхи. Хочу прочитать вам стих, который называется «Навстречу страх». Два русла страха и океан сомнений волной накрыли наш идеальный мир. Не надо бояться волн и подводных течений. Навстречу плыви, увидишь смысл и истину их. Ты будешь как серфер на гребне волны возвышаться, когда обуздаешь сомнения и страхи свои. И будешь так долго себе поражаться, что не видел иллюзию мощи струйки воды. От капли до капли страх собирает огромную лужу в твоей голове и душе. От метра до метра сомнения сбивает с пути твоего ко вселенской любви. Все это вокруг тебя круг образует и будет притянут негатива магнит. Доверие и мысль все в тебе поменяют, когда лицом встретишь волны этой мелкой реки.